Счет у Камачи простой. Игрок ценный, игрок свежий, может у своих ворот помочь и у чужой штрафной сыграть хорошо. Все-таки он понимает, что счет 1-0, счет скользкий. Тут все может быть. Надо забивать второй гол. Ах, какой пас! Какой это пас! Просто великолепно! Просто! Забил 17-й номер. Забил Валерон. А какую передачу ты ему выдал? По-моему, де Педро. Ну вот. Как будто услышали нас, испанцы. Я просто сейчас хочу вот на повторе, чтобы все посмотрели, какой пас пошел. Вот в чем мастерство футбола. Один отдает великолепный пас, то есть мимо защитников, а другой набегает и одним касанием кладет в дальний угол. Это мастерство. И зря он оценил движение вратаря, что он уже начал складываться, ближний угол прикрывая. И пробил в дальний противоход. Просто великолепно. Исполнился Валерон просто здорово.